Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Богатырева, вы находитесь на канале «Там музыка». Это канал музыкального магазина, и я здесь обычно рассказываю о новых инструментах, которые появляются у нас в магазине. И сегодня я хочу рассказать о действительно долгожданном инструменте. Это варган Дмитрия Бабаева, вот такой вот небольшой варган, который мастер сам позиционирует как мелодический. И действительно, это мелодический инструмент. Те, кто часто смотрит наш канал, знают, что у меня есть такое пристрастие вообще к варганам, на которых можно играть мелодии. И, в принципе, я играю именно мелодии на варгане. Вот. И для меня существует совсем немного мастеров, кто действительно способен делать очень хорошие, подходящие для этого инструменты. В частности, вот Дмитрий сделал новую модель, которая идеально подходит для игры мелодий. Он здесь собрал все лучшее вообще, что, в принципе, есть у варгана. У варгана, который предназначен для именно мелодической игры. Почему я сказала, что это долгожданный инструмент? Потому что мастер делал его и разрабатывал очень долго. По сути, у него ушло там несколько лет на то, чтобы выработать именно этот звук и такую модель. Здесь все не просто так, здесь все с какой-то мыслью. То есть вот если вы посмотрите на этот инструмент, у него есть тут небольшие такие плечики, выемки вот на раме. Они сделаны для того, чтобы снять напряжение с самой рамы. Сама по себе вот эта форма, где ромб, сохраняется ромб и не происходит поворота у дек, эта форма напоминает венгерские доромбы, и она действительно удобная, но для того, чтобы ставить на зубы, я имею в виду. Но он сделал еще срезы вот здесь вот по краям, и это помогает, например, делать всякие такие подходящие для мелодической игры фишечки, да, когда вы стопорите губами язычок, и если бы здесь было продолжение рамы, то это было бы делать уже не так удобно. А здесь вот прям вот явно, что мастер думал и об этом тоже. Ну, говорить о геометрии это вообще можно не говорить, потому что здесь все просто вот выведено, по-моему, под микроскопом. Вот, то есть инструмент очень чуткий, очень такой тонкий. Надо еще сказать, что тем не менее, вот как бы мастер настолько хорошо об этом думал, не происходит цепляние, по сути не происходит цепляние язычка, ну вот, то есть как бы вы ни играли, настолько хорошая вот эта вот твердая рама, что вы не будете цеплять, вот, при том, что зазоры минимальные, то есть зазоры, вот я сейчас смотрю на них, это не то, что там волосы, да, ну, то есть вот прям вот очень-очень тонкие, вот, ну и, соответственно, угол язычка, тут вот немножечко сделано утяжеление для того, чтобы войти точно в ноту, потому что сам Дмитрий вообще музыкант, вот, по образованию у него хороший слух, он, естественно, настраивает все свои инструменты. Вот, ну, то есть я так много и, значит, рассказываю об этом инструменте, но мне кажется, что лучше всего всегда о них говорит музыка, которую можно сыграть. И тот звук, который вы услышите, на мой взгляд, это очень чистый звук. Ну, точнее, как бы, это действительно очень чистый звук. Вот, и чистые обертоны вы можете на нем получить. Ну, и мелодии просто так и просятся. Ну, вот такой инструмент. На мой взгляд, он прекрасен. Вот, спасибо Дмитрию. Играйте на варганах.